Итак, уважаемые господа, снова с вами искренне ваш AllCoins Diver Coins. Продолжаем краткий курс сексуальной грамотности в эльтрической сфере. Так, начинаем. Что мы имеем? Мы имеем три акумы. Вот фирма Sanyo, 1000 мА, 1100 мА, купленных только буквально 2 дня назад. Ну и старый Minamoto. Бог с ним, с названием фирм, нам главная суть, чтобы получить удовольствие от общения с этими предметами. Вот, удовольствие иногда не получается, могу сказать сразу. Что мы имеем? Китайский фонарик, самый обыкновенный, дебильный, но вот, в котором вставляется такая кассета. Я полностью разрядил до того состояния, когда светодиод, он тут потух. Далее, значит, это было куплено вот в официальной упаковке. Ну там одни раньше аккумуляторы, другие там позже и так далее. Я про фирму Sanyo как бы говорю. Что дальше для этого требуется? Обыкновенный китайский тестер. Видите, да? Все. Ставим его на режим, 20 вольт. Не надо на милливольты мерить. Далее. Вот крокодилы и вот шунтирующее сопротивление. Здесь сопротивление стоит на 2 Ома с копейками. То есть при токе 1000 мА оно будет создавать нагрузку, кратковременную, подчеркиваю, не надо постоянную, где-то порядка 500 мА. Вот. Теперь далее. Я буду немножко отвлекаться и, может, крупным планом показывать вам все это. По крайней мере, что нужно сделать. Вот, проверили на фонарике или на чем-то еще. Что-то не то, лучше на фонарике. Сразу видно, там падает свет, все. В чем дело? Непонятно. Меряем вроде напряжение. Вот берем вот это. Включаем тестер. Сколько у нас там? 1,14 вольт. Ну, бывает, аккумулятор разряжается. Берем другой. Один 35. Тоже бывает. Далее. Совсем старинный. 1,32. Хорошо. Отлично. Что нужно делать? Вот сопротивление нагрузочное. Можно померить там. Ну, не хочу еще один тестер тащить. Там 0,5 ампера нагрузки. Что мы делаем? Ставим и берем вот сюда раз. И сюда два. Извините. Не ошибочка. Такая ошибочка получилась. Извини, горошенка, не туда попал. Так, дальше. Вот, смотрите. 1,31. Прекрасно. Шунтируем это дело. Сразу подчеркиваю, нужно несколько раз зарядить и перезарядить. Минимум раз 5 аккумулятор. Вот пол ампера. Сколько у нас получается? Кто видит? 1,26 вольта. Ну, я думаю, тут китайский тестер врет. На самом деле, может, 1,2-1,19. Но, тем не менее. Все. Да, сопротивление чуть нагрелось. Дальше. Да, нагрелось. Зараза. Берем другой аккумулятор. Sanyo, 1000 мА. Меряем. 1,35. Далее. Втыкаем. Держим. На 1,29. Ну, понятно, что уже пошло сопротивление греться. Пол амперовский катит на такие сопротивления. Так, все. Понятно, да? Далее берем вот этот новокупленный из упаковки, что я вам показывал. Несколько раз перезаряженный, все отлично. Меряем напряжение. Уже 1,14. Ну ладно. Вздохнул я и полез в карман собирать копейки. Так, поехали. Опа! Аж 0,18, 0,16, 0,15. Короче, бет. Фак. Показываю упаковку. Вот. Новый аккум. Понимаете, да?
Не, ну я тут к Стульбе никаких претензий не имею. Он мне уже пару раз аккумуляторы менял на 2850 мА, только Sony. Ну вот, и пытался мне объяснить о том, что никто не жалуется, как всегда. Ну, я уже рассказывал первую часть нашей беседы, чем надо заканчивать разговор со мной. Надо практически попробовать. Может, и пожалуешься. Вот, поэтому, как бы, ну что, завтра пойду к нему менять эти аккумы. Спасибо. С вами искренне ваш Олкоин.